на которой написаны все имена присутствующих. И каждый берет по кусочку. Это делается для того, чтобы в конце проекта, когда он заканчивается, каждый человек мог прийти и эту тарелку обратно собрать воедино, чтобы ни один человек не выпал. Проект всегда бывает непростым, трудным, но именно через терпение, через способность нести трудности и горести, и радости другого, в общем, как бы созидается большое чудо. Поэтому, может быть, каждый унесет сегодня частицу этой ленты, и на следующий год, даст Бог, если все будет хорошо, придет сюда и приведет, возможно, с собой своих друзей и близких. Итак, дорогие друзья, торжественная церемония, посвященная открытию всероссийской акции «Семейная диспансеризация», считается открытой. И ваша